Хорошо. Мы приветствуем Елену, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она как колокол, доверит, да. Хорошо, это что ее там окружает? Это оболочка, да? Да. Сила моего намерения, снимаю с нее эту оболочку, 1, 2, 3, отключая, она выходит безболезненно, зависает рядом с ней. Да, будет так, а так и есть. Она себе защита, это защита ее. Это ее защита. Хорошо, убираем ее в любом случае, она нам мешает работать. Она ей мешает, как сталь вокруг нее, не пропускающая ничего. Это еще непонятно, кто ее там устанавливал. Давай отправляем ее в клетку-тюрьму. Угу, готово. Хорошо. От этой защиты силы моего намерения выстраиваю канал к ответственности. Если есть третье лицо, оно притягивается. Ответственность за эту защиту. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Канал идет к ней, то есть прямая ответственность ее. Лежит на ней. Да, но информация, которую она получала, она ее воспринимала неправильно. Она утяжелила себя этими защитами. Хорошо, будем разбираться дальше. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Елены, под ногами, 360 градусов вокруг нее. 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Елены, находит все. У нее спрут, дракон. Какой? Красный. Цифры над головой? 32,86. Угу. Хорошо, дальше. Инсектоид. Нижний проявляется. Они проявились. Демоны. Инкуб. Инкуб. Какой демон? 12. 12 герцовый. 5 каналов получается. Спрут, красный дракон, инзиктоид, инкуб и 12-герцовый демон. Все правильно? Да. Приветствую интерферентов. Вы находитесь на чистке. Вы понимаете, где вы находитесь. Поэтому вы исполняете мои команды. Мы проводим чистку, отдаем вам темные энергии. Забираем светлые, возвращаем все назад. Во время этой работы я буду задавать каждому из вас вопросы. Вы будете отвечать на эти вопросы. Кто не будет отвечать или будет пытаться меня обмануть, тот будет наказан. Я не рекомендую это делать, потому что в этой комнате диагностики действуют совсем другие законы. Все, кто пройдут проверку после того, как мы закончим процедуру, а процедура будет проверки проводиться 2 миллионами герц. Если кто-то что-то забудет нечаянно, он просто сгорит в клетке тюрьме. Такое бывало неоднократно. Я никому не рекомендую меня обманывать. В первую очередь, меня обманывает себя. Все, кто проходит проверку, я отпускаю на их чистоту в первый раз. Все понятно? Вопросы есть? Они показывают. Да. На вот этот колокол, который... Колокол. В виде защиты, да. Шел и говорят, что она все неправильно делала. Надо было не извне защиту брать, а изнутри чиститься и защиту выставлять. Хорошо. То есть она их как держала под куполом. Вы не могли уйти, вы хотите сказать? Душно, они говорят. Ну, кто-то не хотел, кто-то уже понятно.
Хорошо, значит, Елена все сделала неправильно, не поняла принцип выставления защит. Но я не думаю, что она им большую неприятность причинила интерферентам, судя по количеству их присутствующих. Но в первую очередь она себе что-то неправильно сделала. Хорошо, начинаем с реверса энергии. И я даю команду тонкой копии Елены спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Выстраиваются каналы, сущности каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей этой чужеродной, патогенной, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Елене. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. И давай еще попробуем выстроить канал к этому колоколу. 1, 2, 3. И если есть негатив, который пришел от этой защиты, он возвращается к ней назад. Да будет так, а так и есть. Пошел поток. Идет что-то, Вера? Ну, идет, знаешь, слова идут. Ложные. Понятно. Ложные слова идут. Хорошо, ложная возвращаем. Ложная защита. Хорошо, демон, как долго ты находился в этом биополе? Сейчас, подожди, вот от этой защиты идет информация, что она ее когда ставила, она была очень в ней уверена, и постоянно останавливая ее, она наслаивалась, наслаивалась, делалась тяжелее и тяжелее. Хорошо. Получается, что ее тяжелее и тяжелее нести было, она это не понимала, но она нагружалась и нагружалась. И несла этот груз на себе, кормя всех этих сущностей, не так ли, демон? Но его она не защищала. Я имею в виду, ты получал какую-то прибыль от этого колокола, который висел, от этих вот тяжелых энергий? Они к тебе стекали вниз? Ты питался ими? Но он показывает, что она как корка колоколом вокруг нее. Ага. Но тебе конкретно от этого колокола ни тепло, ни холодно? То есть безразлично, да? Нет, никак. Он просто показывает на нее, как он влияет. Хорошо, демон, давай пообщаемся. Расскажи мне в первую очередь, как долго ты находишься в этом биополе? 3 года нахожусь. На какую чистоту ты зашел? Покажи ситуацию, что она сделала не так, что тебе так понравилось, что ты выбрал ее? Склоки дома. То есть постоянные скандалы в доме по мелочам, это склоки называется, тебя притянули, да? Это не скандалы по мелочам, это неправильная реакция. А, вот как. То есть неправильная реакция на информацию, которую она получала. То есть она неправильно реагировала, сверхреагировала эмоционально, правильно? Назови как хочешь. Мне надо просто принцип понять для того, чтобы объяснить ей, чтобы она этого не делала в следующий раз. Поэтому я задаю тебе эти вопросы. За эти вопросы... Я тебя, в принципе, могу и отблагодарить, потому что наверняка на ней находятся лярвы. Есть на ней лярвы, демон? Да, есть. Ты хочешь их получить? Спросить меня? Жирненько забрал бы. Хорошо, где находятся лярвы? Опиши. Сердечная чакра. Сердце. От чего она там появилась? Эмоции, переживания. Пустые эмоции, давай добавим, и пустые переживания. Нет, хорошо. Это неправильная реакция. А, хорошо, убираем эмоции, пишем неправильная реакция. Эмоциональная неправильная реакция. Хорошо, да. Я тебя понял. Я понял. Как у нас с реверсом закончился? Подожди, он показывает. Давай. Есть моменты, где она разжигает, как конфликт, что ли сказать. То есть... Масло подливает. Ее это заводит, да. Она сама не знает, почему это, но она неправильно отвечает, неправильно реагирует. И получает такой результат, который... То есть получается, понимаю, получается новый виток этого конфликта. Да. Создает, она сама продуцирует его. Хорошо, демон, меня этот вопрос вполне устраивает. Я тебе отдам лярвы, когда я тебе дам команду, ты выйдешь, вытащишь все, что ты оставил. Ты останешься возле клетки, потом доложишь мне, что ты все вытащил, я тебе дам разрешение. Переходим к инкубу. Инкуб, как долго ты находился в этом биополе? 4. Так получается, ты раньше пришел к демону? Да. Причину твоего прихода я не спрашиваю, полагаю, не были философские разговоры о мироустройстве. Переходим к инзиктоиду. Инзиктоид, как долго ты находился в этом биополе?
8 лет. 8 лет. Хорошо, Вера, посмотри, пожалуйста, у нас ревер закончился. Да, закончился. Устанавливай фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса Елена забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. 1, 2, 3. Пошла божественная энергия назад. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Елена себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает всю свою себе обратно. Выстраивай канал колоколу и забирая все чистые, светлые, божественные энергии, которые могут находиться, биоматериал, частицы ДНК, частицы души, все, что она вложила в эту защиту, все возвращается назад. Да, будет так, и так и есть. Свет идет. Легкость. Еще что? Это она променяла на эту защиту. Свет и легкость. Хорошо. 8 лет сидела инзиктоид. Инзиктоид, у тебя есть инкубатор в ней? Есть. Инзиктоид, скажи мне честно, ты был ответственный за то, что человек поднял вес на 27 килограмм за этот промежуток времени, который ты там находишься? Или тебе спрут помог? Колокол помог ему. Расскажи, как тебе помог и этот колокол? Меня это очень интересует, инзиктоид, чтобы установить причины этого всего. Я понимаю, ты использовал ее ошибку, правильно? Она себя утяжеляла колоколом. Давай красного дракона спросим. Красный дракон, как долго ты находишься в этом биополе? 3 года. Я полагаю, ты пришел, в кавычках, для того, чтобы ее развивать, правильно? Квартиру показывает. Хорошо, ты находишься в квартире? Да. Дело в том, что мы сегодня будем квартиру чистить. Я сразу спрашиваю всех присутствующих, у кого еще есть в квартире что-то, потому что мы второй раз их притянем. У демона есть. У демона есть, у красного дракона есть. Хорошо, спрут, у тебя есть что-то? Нет. Хорошо, значит, я тогда в конце отправлю демона и дракона красного назад в квартиру. Через полчаса приду, пока я буду здесь работать. Они соберут все, что они оставили. После этого я открою красному дракону. Портал на его чистоту, он уйдет. А демону соберу весь негатив, который там находится в квартире. И он может его забрать, если он хочет. Устраивает такие варианты? Да. Хорошо, перехожу к спруту. Спрут, как долго ты находишься в этом биополе? Больше 4. 4 года. Хорошо. Как у нас с реверсом, Верочка? Закончен. Хорошо. Давайте тогда начнем с процедуры вытаскивания. Давай, демон, выходи, ты, наверное, первый. Вытаскивай все, что ты оставил. Покажи, что оставил. Объясни, как это действовало на ее состояние физическое. Сетка в ногах у нее. Красная сетка до колен. Как она действовала? Ловила эмоции туда. А как оно ей на физическом плане мешало? Она спотыкалась, она не могла ходить, или боли были какие? Пухала. Опухала. Опухоль. Хорошо. Вытаскивай всю и докладывай мне, что ты все вытащил. Да, вытащил. Хорошо, демон, я тебе разрешаю забрать эти лярвы. Все забирай, ничего не оставляй. И возвращайся потом в свою клетку. Приступай. Забрал. Отлично. Хорошо, инкуб, выходи. Снимай все свои ленточки, ошейники, корсеты, все, что ты там установил. Возвращайся в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Она с ним общалась. Вот так, да? Показывает, то есть это... что он ее выслушивал. Она рассказывала о своей прошлой жизни. В смысле, свою прошлую жизнь. Откуда она могла? Как она рассказывала? Это в трансе было или как это было? Расскажи мне. Это ее воспоминания. Хорошо. И где она жила? Если ты ее внимательно слушал, последнюю жизнь? Нет, а вот эту жизнь он имеет в виду, она рассказывала себя ему. О, понятно, все понял. Хорошо, давай, инкуб. Про свои чувства, про свои обиды к мужчинам. Угу. Ну, ты внимательный слушатель, я полагаю, ты успокоил, да? Не без этого. Хорошо. Он снял все. Отлично. Инзиктоид, я прошу тебя сейчас выйти. В твоих интересах отсосать всю жидкость, вытащить инкубатор, чтобы ничего там не осталось, и пройти проверку. Приступай. Вот этот инкубатор у него как прозрачный такой круг. Напоминает пластик какой-то прозрачный. И тем не менее он на физическом плане
активно материализовался. Вот этот колокол, он как тепловой эффект делал им. Елена, здесь на 50% можно сказать, что вы сами виноваты, если даже не больше, в этой ситуации, которая случилась. Ну, мы не судьи. Я просто говорю, что именно насчет этой защиты, этого колокола, который вам кто-то порекомендовал установить, это, честно говоря, такой абсурд. Ну ладно, хорошо, я не буду здесь комментировать. Ждем, пока он просто вытащит. Просто уточню, это не защита колокол, а какая-то защита, которую она выставляет. Брала она ее из разных источников. Источники показывают. Она ее делала, устанавливала себя. Угу. И верила, что она ее защитит. Да. Хорошо. Вот защита установилась именно так, как я вижу. В форме колокола. Причем на серым цветом. И она как наслоенная одна на другую, как корка. И вот информация идет, что если она пытается пользоваться защитой, которую она оставляла, ей нужно было делать это как оболочку и потом сбрасывать ее. И, ну, не наслаивать, а сбрасывать и потом устанавливать новый чистый слой. Если бы она хотела в таком виде, в котором она пользует ее. Это благодарю куратора, это куратор отвечает. Мы сегодня с ним встретимся. Обязательно мы пригласим его после чистки. Благодарю куратора. Хорошо, Верочка, давай с инсектоидом разберемся. Он все вытащил. Достал. Хорошо, красный дракон, выходи. Вытаскивай все свои платы и объясни мне, как ты воздействовал, как она ощущала твое воздействие на себе. Я понимаю, ты был активен по ночам, когда она спала, показывая ей какие-то картинки, правильно? Он показывает квартиру. Да. А он там еще активный был, конечно. И он показывает свою плату. Но вот конкретно сейчас спальню он показывает. В общем, у нее в квартире, что он показывает? Это много зеркал, много разных. И половина из них порталы. Почти во всех комнатах зеркала, и по два зеркала, и двери в шкафах, и люстры показывает, которые отражают все это, плюс его плата. В общем, он собирал полностью энергию оттуда. Так дракон получает через зеркала. Я понимаю. Ты, зеркала так это для тебя... и хрусталь. Ну, как... Все блестящее, все отражающее. Да. Я это вижу сейчас. Дракон, так для тебя идеальные условия были для работы, правильно? Правильно. В ней то же самое он установил. Получалось, они как лучи переходят от зеркал к ней, к люстры. Стеклянные платы. Все соединено у него лучами этими. Как люди не понимают опасность зеркал? Вот суккуб говорит. Да. Самолюбование. А, вот как. Хорошо. Хорошо, Елена, отметьте себе этот пункт. Вот, как этот пункт действует на вашу жизнь, вы уже знаете. А причину мы вам сейчас назвали, почему это случается в вашей жизни. Хорошо, дракон, благодарю тебя. Он все вытащил? Да. Благодарю. Так, спрут, выходи. Вытаскивай, отсасывай всю свою жидкость, отключайся. Где он сидел, Вера? Голова? В голове, конечно. Так, что у нас там было? Каша в голове, да? Человек не мог концентрироваться. Как ты воздействовал? Почему-то показывает такие полоски света, внезапно возникающие. То есть это какие-то мысли у нее внезапно возникали. А какие-то мысли, интересно, спрут, что ты обратил на них внимание? Какого характера эти мысли были? Мысли – это побуждение к действию. Когда она начинала продюсировать их, он начинал вытягивать эти энергии через нее. А какого характера эти мысли были? На что они были направлены? Что-то построить, что-то сделать, что-то поломать, что-то... Я не знаю, ну как тебя понять действие, сейчас? На действие. Но действие, все, что мы делаем, как только мы встаем, это действие. Вот какие действия? Куда-то идти? Нет, определенные мысли, которые возбуждали ее и отвлекали от всего другого. Она могла думать только об этом, пока она это не осуществит. Все понятно. То есть она не могла переключиться. Какая-то фикс-идея это называется. Да, сидела постоянно в голове. Все, все. Благодарю, спрут. Хорошо, у меня эта информация полезна.
Хорошо, вытаскивай всю, возвращайся в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Готово. Отлично, хорошо. Сейчас я даю команду на рассинхронизацию Елены с энергией спрута. Число значения 100%. Заканчивается автоматически. Готово. Отлично. Я даю команду сканеру на проверку, на контрольную проверку. 1, 2, 3. Малейшая наночастица уничтожается на месте, выпаривается. Что-то крупное было забыто, загораются маячки красные. Мне много суеты. Вот я вижу эту суету, она как лоскутки на ней. Какие-то разноцветные. А мы сейчас сделаем. Нам легче будет потом работать дальше. Не выбить из нее, не вытащить из нее все эти эмоциональные, негативные энергии, эмоции, вибрации и отдать их демону. Чувства. Не хочет он их. Да ты что? А ну расскажи, почему. Он говорит, космос там. Все понял. Так я могу разделить космические энергии и низковибрационные энергии, эмоции и мысли на два шара. Что? Пойдет. Ну, так что ты думаешь? Мы продвинутые тоже. Что-то. Хорошо, давай. Как у нас проверка закончилась? Да, чистая. Давай я отобью каналы и подхожу к Елене, кладу руки на плечи и помогаю им своей энергией сделать импульс высоковибрационного шока удара на счет 3 и сжечь все каналы к интерферентам и к этому колоколу. 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы, отлетают, открывается портал в галактическое ядро канала, улетают все на переработку в чистую первичную энергию. Готово. Хорошо, давай сейчас сделаем следующее. Я отпущу тех, кто нам уже здесь не нужен, а потом я демону отдам то, что я обещал. Инкуб, готов уходить? Да, готов. Хорошо, открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готов. Инзиктоид, готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инзиктоида. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Спрут, готов уходить? Да, готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута. И спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Дракон, готов уходить в квартиру? Да. Открываю портал против часовой стрелки на чистоте квартиры. И Елены, и дракон уходит на эту чистоту, собирает все, что он там установил, и дожидается меня, я открываю ему портал. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, я на счет 3 включаю внутренний белый свет Елены, и Елена начинает на счет 3 выдавливать из себя все негативные, патогенные энергии страха, ненависти, гнева, сплетен. Но оно выходит, но это не то, про что я говорила. Вот эти лоскутки, это суета, ее много, и она в разных местах, и она везде. Она очень много суетится. Где мы на каком этапе это вытащим? Когда мы будем... Сейчас? Оно выходит сейчас? Но сейчас выходит то, что ты сказал, а там именно суета. Энергию суеты включаю в этот канал. 1, 2, 3, все выходит на чистоте суеты. Тон у нее, знаешь, каким? Красно-желтыми, оранжевыми цветами выходит с нее. То есть вся эта суета бьет ее по 3 чакрам, получается. То, что суета так проявилась, это уже интересно. Демон, подскажи, какие еще частоты, кроме суеты, есть? О чем ты? О том, что в ней еще может находиться эмоциональное чувство, которое я могу еще вывести, которое я не назвал. Хитрость. И на счет 3 энергия хитрости начинает выходить из нее. 1, 2, 3. Хитрость и расчетливость. Все это начинает выдавливаться, выходить из всех 7 ее тонких тел и влетит в этот шар, наматывается в него. Да, будет так, а так и есть. Он говорит, что там нет расчетливости, там хитрость. Хорошо. Но хитрость — это, в принципе, и есть расчетливость. Если человек хитрит, значит, он рассчитывает что-то не договорить или что-то не сказать, или что-то другое показать. Поэтому это в какой-то мере расчетливость.
Он говорит, что у него своя философия. Хитрость и расчетливость. Это когда хитрость ведет к заработку, тогда это расчетливость. Ты имеешь в виду выгоде, да? Да. Корыстность, корыстность. Да. Это уже корость. Да. Хорошо. Для меня это расчетливость, а в ней только хитрость. Хорошо. Но хитрость мотивы все равно ведет... есть, конечно. Ну вот, и мотивы, это как раз но чувство и есть. Чувство мелкое. Ты какой-то развитый 12-герцовый демон. Откуда у тебя такие глубокие знания человеческих души, самых темных ее углов? Он говорит, что хитрость — это моя волна, которую я чувствую. А как выглядит цветом? Какого цвета хитрость? Как ты ее видишь? Серая. Серость, хорошо. Просто никогда не знал, шар какого цвета. Намотался. Хорошо, и на счет три разбиваю этот шар на два шара. В один шар уходит вся космическая энергия интерферентов. Один, два, три. Во втором шаре остаются все негативные энергии, эмоции и мысли. Один, два, три. Два шара формируются. Готово. Под космическим открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3, и он улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, демон забираешь? Да. Отправляю демону. Вкусные, чистые энергии. Ну, для тебя это чистые. Понятно. Хорошо, там же все перевернуто. Все, демон, давай, я тебя буду отпускать в квартиру, ты дожидаешься меня, мы с тобой договорились, ты еще там негатив получишь. Да. Открывается на счет три портал против часовой стрелки на частоте квартиры Елены. Один, два, три. И демон уходит на эту частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Что у нас с этим колоколом, Вера? Он пустой? Ну, пустой, да. Открывается портал в галактический ядро, он улетает на переработку в чистую первичную энергию. Включаем фиолетовые высоковибрационные лучи и вытесняем все остатки от интерферентов в комнате диагностики. Включаем еще кондиционер. Поехали по частотам. Хорошо. Надеюсь, сейчас вам лучше. Елена, тогда мы сейчас позовем вашего куратора, зададим ему 10 ваших вопросов. И потом начнем дальше с сыном и квартирой. Хорошо? Да, она говорит, пожалуйста. Хорошо, и я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам прийти в эту комнату диагностики куратора или учителя Елены. У нас здесь есть кто-то? Проверь, пожалуйста. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Проявляется? Мужчина. Хорошо. Мы приветствуем куратора или учителя Елены. Представьтесь, пожалуйста, уважаемый. Как к нам обращаться к вам? Матис. Матис. Вы куратор, Матис? Я учитель. Учитель даже. Благодарю вас. Очень приятно. Уважаемый Матис, меня зовут Влад. Это Вера. Рядом стоит ваша подопечная Елена. По ее просьбе мы сегодня проводили чистку ее, вытащили все, что ей все эти годы мешало. Указали на моменты появления интерферентов. И Елена сама изъявила желание задать своему учителю или куратору 10 вопросов. Будете вы, уважаемый Матис, так любезно ответить на 10 ее вопросов. Отвечу, если вопросы касаются, то зачем я здесь? Хорошо. Благодарю вас, уважаемый учитель. Давайте так и сделаем. Вы решаете, на какие вопросы отвечать. Если вы не хотите отвечать на какой-то вопрос или еще рано, вы просто скажите, переходи к следующему вопросу. Можем так условно договориться? Да. Благодарю вас. Первый вопрос Елены. Высшее я на каком уровне? 11. 11 уровень высшее я. Сколько процентов темной энергии она набрала? 24%. Благодарю вас. Третий вопрос. Сколько кармических узлов у меня есть и сколько отработано? Правильно было спросить, сколько узлов у нее есть и сколько осталось? 4 отработано. Угу. Один остался.
Один последний остался. Благодарю вас, уважаемый Матис. Следующий вопрос. Она хочет узнать, кем она была в своем предпоследнем, вот именно не последнем, а предпоследнем воплощении и где жила. Я понимаю, вы учитель на эту жизнь. Возможно, вам придется в хроники заглянуть. Но вот ее интересует именно предпоследняя жизнь и где она жила. Азия. Какие года? 1542. Воином была. Была мужчиной, да? Да. Как прожила долго, как погибла? Воины в Азии связаны с духовными проработками. Они четко знают, за что умирают. Понятно. Благодарю вас за эту информацию. Значит, она была воином и жила на Вазе, и было это в 1542 году. Вы ответили на этот вопрос. Я благодарю вас, Матис. Следующий вопрос. Вы позволите переходить? Да. Пятый вопрос. Сколько жизней я проживаю одновременно? Если не учитывать высшее «я» на Земле, ты проживаешь одну жизнь. Благодарю вас. Шестой вопрос. Есть ли у меня скрытые таланты? Есть. Вот как вопрос идет, так учитель и отвечает. Вопрос был, есть ли таланты? Есть. Сейчас наверняка Елена ждет, что учитель назовет ей эти скрытые таланты. Но это не заключалось в вопросе. Или как вы решите, уважаемый Матис? Озвучите ли вы ее скрытые таланты или хотя бы направление намекнете, в каком сторону ей думать? Все на ваше усмотрение. Энергии. Работа с энергиями. Можно так сказать? Можно. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Сколько процентов я выполнила программу в этой жизни и что нужно доработать? Можно такой вопрос вообще задавать, пока жизнь идет? Программа меняется. Конечно. То есть в процентах вы не сможете ответить, да? Я не понимаю вопрос. Честно говоря, я тоже не понимаю вопрос. Сказать, как я его понимаю, для меня это звучит. Если сегодня я умру, сколько процентов я выполнила программы? Вы абсолютно правы. Это то, как я воспринимаю этот вопрос. Вы абсолютно правы. Я поэтому и сказал, пока человек живой, стоит ли отвечать вообще на этот вопрос, потому что она в любой момент своей жизни еще может изменить этот процент в любую сторону. Я бы сказал 70. 70%. И тогда ко второй части этого вопроса, что нужно доработать? Как вы могли бы прокомментировать этот вопрос? Никак. Хорошо. Никаких я ответил на вопрос, если я сегодня умру, сколько процентов я выполню. Я благодарю вас за этот ответ. Мне здесь нечего добавить. Восьмой вопрос, если вы позволите. И если пожалуйста. Говорить в общем про жизнь, не отвечая на вопрос по процентам и программам, да. Что нужно доработать и изменить в себе, нужно найти тишину внутри себя. Только после этого обнуления и тишины ты сможешь правильно использовать свои таланты. В суете тебе только навредят они. Если вы позволите, я тогда перехожу к следующему вопросу, который мне не совсем понятен. И, пожалуйста. Да, восьмой вопрос. Как мне защитить и спрятать код моей души? Энергиями, меняя цвет. И растворяя его в себе. Какой цвет, если можно спросить? Какой меняя цвет. А, меняя цвет. В ее случае код души фиолетового цвета. Она может менять его, прогоняя по своим телам и играя энергиями. И это будет ее защитой? Нет. Кода души. Она сказала, как спрятать код души. Он будет в разных местах, которые только она. Благодарю вас. Девятый вопрос. Какую могу я кушать еду, любую, или я вегетарианка? Она спрашивает вас, вегетарианка ли она, или она может любую еду есть? Это твое решение. Десятый вопрос. Последний. У меня 2 марта умер пес Рокки.
Амстафар. Ему было 10 лет. Очень она переживает из-за этого и хочет спросить, простил ли он ее, что она не смогла ему помочь. Он заболел, и в клинике ему тоже не смогли помочь. Она очень старалась все сделать для этого. Его усыпили, чтобы он не мучился. Ее это чувство очень мучает. Не могли бы вы, уважаемый учитель, объяснить эту ситуацию для нее? Какое чувство? Чувство вины. В чем состоит вина? Вина в том, пес, что он сделал свою работу. Программа закрылась, пес ушел на свою чистоту. В чем чувство вины? Она винит и себя за то, что она не смогла ему помочь. И он заболел, а он заболел, и в клинике ему тоже не помогли. То есть она себе дает вину за его смерть. Его программа была завершена. Ну, вопрос в том, что она мучается, что ее собака умерла, она не смогла ей помочь. У нее угрызение совести. Какой вопрос? Простил он ее или нет? Он ее очень любил, как и все собаки. Ему не за что ее прощать. Он принял все как свою судьбу. И благодарит ее за то, что она была его хозяйкой. Он сейчас реинкарнирован? Нет. Конечно. Нет, да? Хорошо. Все, благодарю вас, уважаемый Матис. Это был 10-й, последний вопрос. Я бы хотела остановиться на 9-м. Давайте вернемся к нему. Какую я могу кушать еду? Любую или я вегетарианка? У тебя очень большой разброс вопросов по их смыслу. Смысловой разброс. Ты спрашиваешь про код души, но ты не знаешь, что нужно твоему телу. Только ты можешь решать, что тебе правильно и что отзывается в твоей душе. Ничего нельзя делать насильно. Быть вегетарианкой или мясоедом, быть веганом или голодать и много чего другого подскажет тебе только твое тело, которое должно быть в гармонии с твоей душой. Никто другой тебе это не подскажет. Это нужно чувствовать, а чувствовать ты можешь только в тишине. Начни с того, чтобы успокоить свой стержень внутри себя. Играть энергиями нужно правильно. Ты же их смешиваешь, бросаешь сверху вниз, снизу вверх, из стороны в сторону. Это неправильно. Влияет на тебя и на окружающих. Спокойствие и внутренний свет. С этого нужно начать. Постепенно ты сама получишь все ответы в своем спокойствии. Вы закончили? Да. Уважаемый учитель Матис, я благодарю вас сердечно за эти ответы. Примите нашу искреннюю благодарность от меня, от Веры и от вашей подопечной Елены. Если вы позволите, у нас есть очень добрая традиция в нашей комнате диагностики каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, а у нас были уже со всей галактики, мы всегда делаем определенный подарок, от которого еще никто не отказался. Даже первородные души их берут с ангельскими. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми, сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И мы хотим спросить уважаемого учителя Матиса, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за нашу встречу сегодняшнюю и за его помощь. Это неожиданно для меня. Я не знаю, как к этому относиться. Но с благодарностью заберу. Вы ничего не потеряете, примите этот, попробуйте эти энергии, это действительно самое чистое, что у нас просто осталось на Земле, больше нечего предложить, действительно, это ягода, это последний чистый продукт, который остался, все остальное на Земле. Я лишь скажу, что не все, что тебе дают, нужно брать, и я возьму. Но это первый урок для Елены. Благодарю вас. Если вы хотите, я могу вам сделать любую мыслеформу, какой-нибудь пейзаж Земли. Если вы хотите для Елены какой-то пейзаж или что-то ей показать. Благодарю. Хорошо. Все благодарю. Самое ценное, я сказал. Благодарю вас, уважаемый. Елене нужна дисциплина. Дисциплина. И без этого она не научится контролировать свои энергии правильно. Благодарю вас за эту замечательную встречу, уважаемый учитель Матис.
примите на этом месте искреннюю благодарность Елены, меня, от меня, пожалуйста. Глубоко внутри я очень рад этой встрече. От всей моей души благодарю. Вы сегодня заложили зернышко, в ее душе она начнет прозревать и расти, и, возможно, наступит момент, когда она будет готова осознанно еще с вами напрямую выйти на контакт. У нас такое уже случалось неоднократно, поэтому... Вы же знаете, что учитель приходит, когда ученик, готов. Раз я здесь, зернышко, как ты уже сказал, проросло. Заложен. Благодарю вас, Матис. Очень приятно с вами общаться. Чувствуется мудрость в ваших словах. Желаем вам всего наилучшего и всего доброго, Верочка. Мы рассинхронизируемся. Готово. Отлично. Хорошо. Елена, вы сегодня поговорили со своим учителем. Даже учитель сам пришел к вам. Вы все поняли? У вас есть какие-то вопросы? Можем ли вы еще вам помочь чем-то? Она смущена. Хорошо, оставим тогда этот вопрос. Вам надо это все проработать. Тогда мы переходим к следующему нашему пункту.